такие елки появились в крупных торговых центрах Сочи. Их установили в рамках краевой новогодней благотворительной акции. Новогодние деревья украшены бумажными снегирьками. Каждый из них – это желание ребенка. Исполнить его может каждый. Нужно просто выбрать открытку с детской мечтой. Взять снегирек, прочитать, выбрать любой подарок, который они хотели бы подарить ребенку. И купить, принести волонтерам, чтобы они потом смогли передать в семью. В этом году на елке желаний разместили мечты детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Их новогодние желания очень простые. Это игрушки, книжки, сладости. Подарить детям новогоднее чудо, приняв участие в акции, можно до 27 декабря.